Сердце, легкие, да? Это все на паштет пойдет. Да. Все вам врежу ешьте. А ну сейчас попробуем. Дай. Угу. Сварилась, Марья Семеновна. Угу. То с сердцем? Да. Угу. Сердце. Я тоже ей пеку печенку, мне уже лучше. Печенка? А. Угу. Я зараз ему врежу, ты не хочу, да. Зараз я шарю. Легко врежу, мне нравится легко. Легко любишь? Дай мне тоже, что. Ваня, ты легко и все врезать? Легкий не хочешь. Я... Дай деду печенку отнесу. Дед не печенку. А что любишь? Взи блюдочку возьми, я деду легко, а дед печенки не будет. Блюдочка тебе принеси? Да, тарелочку. А он легкий любит, да? Да. Сердце дать, дедушка? Мясо кушать. А печенку? Я вам мясо все люблю, люблю, на кусочек мяса. А тут будет есть-то? Да. Хлеба. Поставьте там. Идем завтракать. Угу. Снида ты. На лестнике, смотрите. Угу. Вот это завтрак, да? На лестнике. Да. О, блогер, бачите? Станем заряды стоят. Бачу заряды стоят. И старый катоша поставил. Зрители хай побачат, какие ты шухариш вне камеры. Смотрите, язык. О, деликатес просто. Вот, лишники еще раз покажу. Яблоки из окна душевой комнаты. Хочу вам показать стиральную машину, потому что кто-то говорил, а где у Тани стиральная машина? Пожалуйста, стиральная машина есть. И все остальное тоже есть. А сейчас я вам пойду на улицу и кое-что покажу. Кто-то спрашивал, а Таня где купается? Только летний душ у них. Вот душ. Хотя я и показывала уже, даже полный обзор делала. Но кто-то не видел, может быть. И зрители поэтому написал. Поэтому показывал, что есть еще и душевая кабина. И душевая кабина тоже есть. Так, сейчас идемте. Идем, идем, идем на улицу. И покажу. Здесь мы завтракали. Вчера, когда занимались разделкой свиньи, очень много ушло скатерти и тряпок ушло. Такие, знаете, стали они грязные, жирные. Ну, вы поняли. Арбуз. Юля два арбузика сегодня сорвала. Уже с утра вчера так понравился. Очень вкусный, сладкий, спелый был арбузик. Вот мы еще сейчас покажу. Даже опять спелый какой арбузик. И вот, что я вам хотела показать. Машинка. Сейчас арбузик сначала покажу. Видите, какой сладкий арбуз. И вот машинка. Еще одна для таких вещей, как вот эти тряпки, скатерти. Вот они, те замочены, будут все чистые и стираются. Ну, такая машинка уже, что? Ну да, покажу, покажу. Покажу, покажу. Смотрите, как она шумит. Как эта машинка называется? Таня, не помнишь, как называется эта машинка? Бо уже стерлось все. Да, здесь машина пральна. Машина пральна называется. Не 150 рук. А как она называется, не помнишь? Да. Бачишь? Какая машина. Уже это уже в музей надо, понимаешь? Сейчас внуки бы были бы, они бы все удивлялись бы. Что это вообще, что за аппарат? Они бы подумали, Таня, что это в космос лететь какая-то машинка. Скажи, Юля. Ну, Юля еще достала, и Ваня тоже. А уже такие, как Ева, Вероника, даже Даша, и то, наверное, такого не видела. Машинка работает.
Утки пасутся. Юля у нас сегодня дежурная по посуде. Не заканчивается у нее посуда. Настя, попробуй, я одну вытяну. Ага. Сюда. Давай. Да ладно, через Париж, не через Париж. Угу. Угу. Нормально? Ой, смачно. Не, мы ведем. Нічого не буду, нічого не буду. Все одно. Що ж треба? Яку гарну тарілку, де виклала. Дати ще? Смачно. Ні, ти що? Ні, дякую. Спеклась. Марія Семеновна розліла холодець. Буде остивати. Смотрите, бабуня, що мені зробила Марія Семеновна. Маковея. Вот это корж маковея. Я вам вчера вечером показывала, но я не ела вчера вечером, потому что на вечер не хотела мучного есть. И сейчас тоже говорю, не буду. С утра уже говорила, буду. Я говорю, не-не-не. Ну вот в обед сделала, смотрите, маком. Вот я не знаю, как она делает вот это же. Кстати, у меня есть, наверное. Кстати, у меня на канале, наверное, есть. Ага. Маковея, я не помню, я снимала или нет, лет 5 назад, наверное, как делается маковея. Слышишь, чем вот это заправляется, вот эта жидкость? Маковея, вода и сахар. И мак. А, вода, сахар и мак, да? А, понятно. Что ты кажешь? Не можно мне такого? Не можно, да? Ну да. Добро. А, мак на поджелудочную? Да. Таня делает паштет. Электромясорубка. Она все перекручивает. Лук, морковь, цибульку, морковь, морковь. И то, что мы делали. Марья Семеновна появилась в кадре. Вы спрашиваете, где Марья Семеновна? Вот Мария Семеновна. А? Ничего не слышно. Ничего. Сердце, легкие. Все здесь, короче говоря. Нарезано. Тоже сварено, нарезано. То, что мы сегодня и очистила. То, что я сегодня очищала вот эту шкурку. И то, что мы варили. Вот. А колбаска уже вся готова. Смачно-ка. Пахнет. Так. Еще один кусок колбасы. У нас работа идет к завершению. Паштет приготовить, Таня, осталось и все.